Страшный взрыв прогремел в одном из районов Кустаная. ЧП произошло на территории СТО. Ударная волна была такой силы, что одноэтажное здание было полностью разрушено, а в ближайших домах выбило двери и стекла. Из-под завалов извлекли один из пострадавших. Подробности в репортаже моих коллег. Это кадры мощного взрыва, который прогремел в Костанае в микрорайоне Амангельды. Он не на шутку напугал местных жителей. Ударная волна была такой силы, что у многих в домах выбило окна и двери. У некоторых на стенах появились трещины. Дома сидел, слышал взрыв. Пока выскочил, не знаю, откуда взрыв был. А вот пацаны там говорят, что здесь где-то взорвался баллон или что-то такое. По данным ДЧС, причиной ЧП мог стать взрыв газовоздушной смеси на территории СТО. В итоге одноэтажное здание площадью 280 квадратных метров моментально разрушилось. Под завалами оказались сотрудники сервиса и клиенты центра. Проводятся поисково-спасательные работы сразу с трех участков, и инженерной техникой, и вручную. И спасатели, и акимат, и полиция, медики, все вместе. Тут уже никто не делится. Начинают вручную откапывать. На месте происшествия работали 200 спасателей и 39 единиц техники. Поиски осложнялись 30-градусным морозом, сильным ветром и большой площадью разрушения. С травмами различной степени тяжести госпитализировали 11 человек. После обеда под завалами оставалось еще трое. Поисково-спасательные работы будут проводиться до последнего. Яна Гладкова, Анна Рахманова, Кайрат Елеусизов, Астана Таймс из Костаная.